Всем привет, YouTube, привет. Вот решил обновить свой гаражик, точнее печку. У меня на первом этаже печка стоит, бренеран или балерьян, кто как называет. Вот здесь труба у меня идет по первому этажу металлическая, а по второму асбестовая. Уже давно, и она немножко приходит в негодность, поэтому я вот прикупил такую трубу. А вот по случаю бэушную, и она вот в таком вот пластике, что ли. Пластик, не пластик, резина, не резина, она такое упертая. Вчера вот вечерком занялся тем, что ее взял, снял этот пластик. Теперь займусь тем, что надо ее имплантировать наверх. Сейчас покажу причину. Тут у меня идет небольшой ремонт, не ремонт. Решил утеплиться. Чуть пенопластом, ДВП, ДСП. Позаделал все лишнее. И вот здесь у меня идет асбестовая труба. Она уже начала тут вот кое-где пытаться то ли трещать, то ли не трещать. Ну, в общем, иногда бывает, что идет дождик. Там или что-то, какие-то моменты. Вот она. Здесь уже кое-где постреляла, то ли от старости, то ли еще от чего. Наверху то же самое. И вот в свете этих всех моментов я решил, дабы не искушать судьбу, взять и продолжить металлической трубой, а эту асбестовую заменить вот на металл. Посмотрим, как это все будет у нас продолжаться. Для начала теперь надо что? Состыковать их и эту снять, ту поставить. Ну, все так просто, только говорится. Вот эту бэушную трубу что нам надо? Вот есть тут места сварки. Надо обрезать. Обрезать аккуратно, отторцевать. Вот. И потом еще вот этот кусочек тоже. Нарастить здесь тоже стык, вот он есть. Его видно, надо обрезать. Состыковать это все и сварить. Покажу, как это все будет у меня получаться. Не проживет. Вот так вот торцуются трубы. Газеткой ровно, чтобы отрезать. И сейчас вот этот дядька будет все это резать. Ага, она еще включаться должна. Потихонечку пилится труба. Ровненько. Подравниваем. Красота. Сань, зачистной есть округ? Вот
Так, теперь печечка будет у нас с цельной трубой, с цельно сваренной. С металла все. Дальше посмотрим, что к чему будет. Вот, вот эта труба была у меня. Старая, она уже разрушилась. А теперь вот такая вот с металла, с толстостенного. Вот так теперь будет греться второй этаж.